Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео мы разберем 7 мифов о похудении. Спросить за неделю реально, как бы вас не убеждали в этом, но физиология не позволит. Конечно, легко потерять 2 килограмма за неделю за счет вывода лишней жидкости, еще 2 килограмма за счет грамотно составленной диеты и спорта. Некоторые спортсмены умудряются согнать до 10 килограмм за неделю, но у них и метаболизм быстрее, и опыта больше, и жир в принципе меньше, чем мышц. Для обычного среднестатистического человека это маловероятно. Нельзя есть после 6. В условиях, когда рабочий день заканчивается в 7 или 8 вечера, выполнение этого условия невозможно. Зато возможно легко перекусить за 2 часа до сна. Если ложитесь в 23:00, то ужин может быть и в 21:00. Никаких проблем. Диета от 1000 до 1500 калорий. На самом деле нельзя так сильно ограничивать питательную ценность рациона. Если организм поймет, что вы его ограничиваете, он начнет откладывать в запасы больше. Специальные упражнения для похудения. Нет никаких специальных упражнений. Любые упражнения способствуют похудению. Если перестать есть все подряд, но все же эффективные программы для похудения существуют. Модные фишки. Крем для похудения в области живота. Жиросжигающие коктейли и прочее, и прочее. Все это не поможет избавиться от лишнего веса, но может стать хорошим вспомогательным средством. Можно похудеть в определенном месте, хоть в коленках, в животе или даже в бедрах. Нельзя избавиться от жира только в одном месте. Похудение всегда общий процесс. Бег сжигает жир. Отчасти это так, но если копнуть глубже, то не бег сжигает жир. Его сжигают химические процессы, запускаемые бегом. Поэтому, если вы будете бегать после еды, то эффекта не получите. А если уметь правильно принять пищу перед бегом, то похудеть действительно реально. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!